Всем привет! Сегодня хочу посмотреть по вашей рекомендации игру Dex. Это, к удивлению, вроде бы как платформер двухмерный. Игры, которые я не играю, они мне не интересны. Но это особенный случай, это киберпанк. Здесь нужно будет что-то взламывать. В общем, по описанию и комментариям игра достойна внимания. Я хочу посмотреть, что она себя представляет. Выискивай альтернативные пути. Ля-ля-ля, 3 рубля, не успел все прочитать. 30 миллиардов 807 тысяч и 1. 0-1. Что-то из ничего. Что-то льется сверху, река и сделает то-то, выделиться или смешаться со всеми, помочь им, пойти на войну и победить. Закрой глаза, маленькая птичка, завтра будет новый мир. Заставка — мое почтение. Старались. Проснись, проснись, они идут за тобой, тебе нужно выбираться отсюда. Я поднять энергокола. Подняли. Теперь сосредоточься, это дополнительная реальность, твой способ взаимодействия с окружающим миром. Двигайся в сторону лифта, ты можешь... Вот это лифт. А, не то. Е, хакнуть. Так. Просто Е нажал. Какого? Ладно, отряд, используйте свою силу. У тебя врожденный талант к этому. Быстрее выбирайся через окно. Отправляйся в Forest Hope. Это бар хакеров и активистов. Поговори там с Деккером. Скажи ему, что Рейка спасал тебя. Теперь беги. Спейс для прыжка. Во. А, просто стрелочка вверх. По-моему, в 30 FPS мы играем, несмотря на надпись 60. Держи вниз, чтобы спрыгнуть вниз. О, как-то странно, но получилось. Внутрь? Нет. Так, сейчас еще раз загорится. Удерживай вниз, чтобы красться. Крадусь. Надо как-то наверх, я так понимаю. А, нет, вот. Японский мотороллер. Я думал, наверх прыгнем. А карабкаться вниз тоже я. Хорош уже карабкаться, вставай. Что здесь можно еще сделать? Открыть. Видимо, не совсем. Опа! Сложность боя я поставил нормальную. Не знаю, подтянем или нет, потому что я играю на клавиатуре. Нет, джойстик это. На котором все-таки удобнее драться. Ну, попробуем. Нам главное посмотреть вообще, стоит ли она внимания. Нет, давай наверх карабкайся. Нажмите Т, чтобы вырубить противника сзади. Так, сначала... Так.
Две клавиши надо нажимать, вот чем удобно. Дубинку поднять. Их задач, журнал, персонаж развивать. Выносливость, ближний бой, дальний бой, хакерство, взлом замков, харизма, торговля, оборудование. У нас еще будут импланты и задания. Прикольный звук сделан. Лифт. Продукция Сауди Аль-Зади. Компания Dreadlocks представляет. Dex. Расширенная, улучшенная версия. Алекс Дрокслер, Ян Яковский и Морис Статтерт. Основные движущие элементы проекта. Прокоп Сметана, главный артист. Поляки делали, наверное, фамилии польские. Очень много проектов, кстати, годных. Именно такого вот RPG плана, они не всегда 3A, что называется, проекты, но очень достойные. Observer, вот только из этого года. Хороший. Гелион, опять же, делают только чехи, но все равно Восточная Европа. Получен новый уровень. Каждый раз, когда ты получаешь новый уровень, тебе даются очки навыков, которые могут быть свободно потрачены в любой из доступных категорий. Каждый дополнительный уровень навыка дает тебе новые улучшения, способности, кликни на них, чтобы посмотреть описание. Стоимость каждого уровня варьируется от 1 до 3 очков навыка в зависимости от уровня специализации. Level up. Почему хакерство не можем? Нам надо. Ближний бой, выносливость. Взлом замков, харизма. Открывай дополнительные опции в диалогах. Тщательно выбирай фразу, опираясь на ситуацию и характер собеседника. Требует 1 очко. А у нас количество очков, а вот они. Взлом замков. Ты можешь взломать определенные замки. Торговля. Ну, обычно она дает какие-то копеечные бонусы. В последнюю очередь будет качаться. Максимальные очки здоровья увеличиваются на 50. Очень серьезно, кстати, у нас 300 всего. 50 это прям почти 2%. Давайте взлом замков. Потому что, как обычно, все самое интересное, оно или заперто, или спрятано. Использовать аптечку. А, это стационарные аптечки. Ясно. Я думал, это можно с собой забрать. Еще бы FPS немножко побольше. Все-таки не очень гладко идет как-то. Коробка. Обыскать. Синтетическое пиво. Энергокола. Две банки. Слева внизу пишет, что нашли. Надо прыгать. Если денег мало, попробуй. Смотри кто на себя. Что это у нас тут? Маленькая пташка вываливается из своего гнездышка. Тут по низам всякие рыскают. Оставалось бы лучше наверху со своими достойными. А вы кто? Что тут делаете? Делаем? Это не твоего ума дело, что мы тут делаем. И не ты тут задаешь вопрос, это территория сиятелей. Моя территория, ты нарушаешь границы. Границ тебя в башке. Ты серьезно? Ты что на самом деле тут делаешь, а? Ты из этих очистим улицы легавых? Одна из этих копающихся в грязи новостных проныр, пронюхивающих в округе,
хоть как большого прорыва. Не думаю, что мы сможем рисковать, братцы. Давай-ка поглядим, что у тебя в карманах, девочка. Приглашения у тебя нет, может быть, есть что-то для моего гостеприимства? Или ты просто останешься здесь? Парень-то у тебя есть? Че не спишь? Парень есть? Кто-нибудь, кто заплатит приличную сумму, чтобы снова увидеть свою смазливую мордашку? Слушай, я тебя наслушаюсь уже, иди нахер, хорошо? Я еще не успела подготовить твой смертный приговор, ты уже рвешься поставить под ним подпись. Мальчики, не могли бы оказать нотариальные услуги этой девочке? Ух ты. Надо было качать выносливость. Мальчики. Ага, блок еще есть. А у нас блок. Оба-на. Ничего, этого потянем. О, донат, это да. Боевая ничья. Вот это что такое было? Это говно тут. Будет мне правила рассказывать. Нет предмета, нам бы полечиться чем-нибудь. Синтетическое пиво. Не уверен, что содержимое когда-либо видело хмельные поля. Восстанавливает 10 очков здоровья. Энергокола уже не используем. Используем все, что можно, потому что тут что-то дикие какие-то они все. А сохраниться тут как-то можно? Просто интересно. Так, у нас есть блок, есть перекат. Я управление посмотрел, но это не быстро слишком дерутся. Shift блок, Q перекат. Ясно. А Е. Я взаимодействую мы со всеми. Бегает она постоянно. Все, что смогли, подобрали. Оба-на! Ты кто такой? Ой-ой-ой, оттуда здорово прилетело. Ух ты, восклицательный знак, это он начнет драться будет сильно, что-то он бьет меня. Моему 8, а нам 20. Не пробиваем. А только когда он бьет, открывается, мы тогда просовываем. Ногой как еще бить, не знаю. Еще 30 баксов, но здоровья еще меньше. И вообще его просто нет. Аптечку какую-нибудь, стимулирующие таблетки, синтетическое пиво. Таблетки про что? Лучший стимулятор, панацея в форме таблеток, содержит микс метаболических стимуляторов для снижения боли и увеличения физической выносливости. 50 очков здоровья. Слизнули и набубинились. Что там? Чтоб карабкаться. Там есть еще дальше. Зом замков уровень 2 нужен. Она случайно уровень там не появился? Где его, кстати, смотреть? Вот тут. Нет, еще не появился. Пойдем в сторону набегающего потока воздуха. Зловонного. А то слышишь, птичка. Тебе каранты, птичка. Смазливая мордашка, птичка. Ей укрыться-то как? Опа-на. А вылезти тоже на Е. Двое.
Один. Ему фиолетово пока. Попробуем его еще. Hello. Он просто тупой. Да блин, я же... Достанет меня отсюда? Просто интересно. Достал. Пинком. Да давай подняться-то, сволочь. А чё она бежит-то? Драться надо уже. Не понял я сейчас, что происходит. Как мне ногой бить? Мне осталось совсем чуть-чуть. И отъеду. Поднять шаурма. 50 очков здоровья. Стоки. А вон наверху там еще один ходит. Нифига себе. Нет, это было не очень хорошо. Ну ладно, мы не будем прям... из-за каждой царапины перезагружаться. А здесь что? Просто спряталась или что? Больше ничего нет. А, можно еще масштаб менять. Оба-на. Двое. Выбежит сюда. Народ довела тут. И у него в руке что-то было. Это прям мне не понравилось. Ломик. Но сюда они не выходят. Я их не одолею, конечно. Я самое главное не знаю, как пинаться. Рукой. Кувырок. Пинков у меня нет. Взаимодействовать Е, удар кулаком, перекат, блок, вырубить, перезарядка. У меня нет пинка. Достать оружие. Оружие-то у меня есть? Нет, нет, ну никакого оружия. Денег надавали, мне бы автомат какой-нибудь найти, таблетки там, все такое. Сектор руководства описывает, не успеваю читать. Чуть я уже перестаю замечать даже, что это платформер. Оба-на. Ломик подними. Ломик подними. На японский мотороллер. Я нажал Т, то есть я его хотел вырубить. Но снова не срослось. Получено 25 баксов. А можно получено какое-нибудь для лечения что-нибудь? Не в моем стиле. Стальная цепь, видимо, продаваться будет. Надо было здоровье брать. Подумал я, но было уже поздно. А тут никогда не спрятаться, не скрыться. Еще одно сделаем.
Центр, китайский квартал, идеально подходит для подхода по магазинам. Мы, конечно, походим по магазинам. Потом. Табличку почитать можно? Нельзя. Человек. Как броситься вниз? Бросился. Загрузить. Прояви терпение во время драк, блокируй удары. Я, кстати, не заметил бы, что наш блок прям работал. Наверное, перепрыгивать надо просто. Привычки нажимаю shift, а здесь shift наоборот медленно идет. Карабкаться, е. Ну и как? А можно как-то намекнуть, что от меня хотят? Прыгать у нее не получается. Приборов управления никаких нет. Нет, давай наверх карабкайся. Чуть-чуть выздоровели. По 10 очков здоровья. Здоровье от пива такое себе еще. Допущение. По-моему, наоборот, будем обрастать жирком у нас. Появится сиськи. Я тебя вижу. Вижу. Здравствуйте. Я просто мимо проходила. Мне отсюда выбраться надо. Наружу? Отсюда? Туда? Отлично. Ты умрешь, а я тут останусь. Нет, дурак, дурак. Ты уйдешь, а я останусь. Хорошо. Хорошо. А ты знаешь, как мне попасть в Fixer Hope отсюда? Fixer Hope? Слышал о таком? Да. Битком набито крутыми хакерами, которые изменяют мир. Я и правильно сказал. Правильно? Правильно. Пусть помрут. Пусть попробуют, я сказал. Пусть попробуют, я сказал, изменить мир. А я здесь побуду. Я и мои банки. Эйс и Джерри будут здесь. А если ты любишь умирать, то есть ходить? Глупо, глупо. Ладно, я могу показать тебе выход отсюда. Вон там вперед есть тоннель. Он выведет тебя из канализации прямо наверх. Проблема? Да знаю, я знаю. Я уже к этому подвожу. Ворота закрыты. Напрочь. Вот так, госпожа Лу. Или лестница вон там придет тебя к стокам. Времени больше займет. И опаснее будет. Я знаю, что делаю. Просто послушай, лады. Просто послушай. Раньше была химическая фабрика там, внизу. Теперь полно утечек газа и мочи. Запачкаешься больше, чем ботинки свои. А ворота нельзя открыть? Не думаю, что замок сложно вскрыть. Ладно, не так. Но ты не похожа на взломщика. А ключ у меня есть. Да, ключ. А почему ты сразу не сказал, что у тебя есть ключ? Можешь дашь мне его? Пожалуйста. Я бы мог. А ты же знаешь поговорку? Зачем чесать им мошонку, если вертит от запаха твоей? Ворота. Классно, да? Классно, классно. Тут есть одна банда, они называют себя сеятелями. Воры и головорезы. Вот кто они все. Стали использовать мои тоннели для своих контрабандистских делишек. Лоррейн у них всем заправляет. Не знаю, что у них там и зачем, но неоднозначно рано или поздно привлекут легавых. А мне бы этого, нам бы этого очень не хотелось. Правда? Да. Но ты, мой друг, слышишь? Я назвал ее другом.
ты можешь это остановить. Не позволь им тягать сюда свой бизнес. Есть тут один мост. Взорви его. Что ты говоришь? Взорви мост, и я дам тебе ключ. Я разобралась с Лоррейн. Разве ты не решила проблему? Но это как с хвостом у ящерицы. Ее заменят другой. Вероятно, уже заменили. Хвост ящерицы. Это банда, понимаешь? Тут только один способ их остановить. Заблокировать им путь. Полагаю, можно попробовать. Лучше, чем продираться через токсичный газ. Очень мудро. Она не просто обычное пекло, правда? Правда. У них есть запасы C4. Если сможешь незаметно прошмыгнуть к ним, забери взрывчатку и замени его мост. Тогда и получишь ключ. А можно мне что-нибудь? О-о-о. Кайф. Если она еще и восстанавливается со временем, это будет вообще супер. Я бы хотел еще тельце осмотреть. Ага, смотреть не на что. Взломать замок. Это тот замок, от которого он... Ключ? У него. Фу. Не очень. Видимо, мы его взломали. А нам же интересно посмотреть. Застава сеятелей. Посмотрим. Пока, что мне в игре нравится, это то, что я перестал замечать, что это убогий... Не то, что убогий, а платформер. Пока сюжет есть. Ага, это мост. Ой-ой-ой. Я не хотел сюда выходить. А он сейчас тут будет стоять и сразу будет... Нет. Драка. Присядь. Все, не надо приседать. Отдыхай. Жаль, что нельзя с него ломик подобрать. Это, конечно, не наш метод ломиком орудовать. Но мало ли. Уровень, кстати. Еще чуть-чуть. Там, кстати, эксперт рукопашного боя. Много чего можно покачнуть. Мост, видимо, вот этот взорвать. Мушоид, беги отсюда. Сейчас это будет бадабум. Аккуратненько так. Ага, здрасте. Можно к вам как-то поприблизиться? Это по мне. Надо их как-то... Нет, все, сейчас удары, я лягу. Подобрать 100 баксов. Подобрать 31, подобрать футболка. Новый уровень. Хорошо, что пишут. Ага. Ближний бой.
Свяжи три удара в единое комбо. Третий удар наносит на 50% больше урона. Нажимай левой кнопкой мыши три раза. Одно очко навыков. Нам нужен ближний бой. Харизму бы еще качнуть. Все надо, но пока у нас жестко все и сурово, и полечиться бы. Патронами мы не можем полечиться. А это футболка. А для чего она? У меня, кстати, нет, да, экрана? Мост на закрытие задания. Экрана нет, где мы одеваемся там и так далее. Обыскать. Туалетная бумага. Взрывчатка С4. Поднять посылка Хэнка Кафлина. Видимо, это была вся охрана склада. Нет, тут еще есть, вот куда. Привыкнуть надо к платформе, вот именно начать думать. Бац! Встреча неожиданная. А ну спускайся вниз. Почему не видно до последнего? Вылечиться нечем. У нас оружия мало для таких. Не понял. Это что за шутки юмора? Если она не сохранила верхнюю драку, это будет капец подстава. И она не сохранила? Да отойди ты! Нет, это шляпа какая-то. Ну и все, у нас все здоровье ушло на этой вертушке. Она сейчас добьет. Почему она, мы сохранились несколько раз после драки? Это капец подстава, прям натуральная. Это еще раньше. Контрольная точка, картинка была уже на складе наверху. Очень разочарован. Смысл делать сохранение, если они не сохраняют прогресс? О, как прям резко они разочаровали. И мужик еще где-то толкется. Сохраняем. Но по крайней мере должно хватить. Ну и как это называется? Просто сотку на ровном месте потеряли.
спрятались, называется. Подошел просто и... Но опять 50 осталось. Пробуем загрузить. Сейчас здесь же. Это не сработало, видимо, он слишком здоровый для того, чтобы его сзади умыть. Он не успевает, он замахивается, я начинаю бежать назад. Он пинает намного быстрее, чем я. Семьдесят пять, ну, конечно, большой прорыв. Лечиться по-прежнему нечем. Еще одну фигню нашли. Порядок, конечно, тоже такие себе. Выносливость. Полезно. Но с другой стороны, чем быстрее, лучше будем драться, тем быстрее будем их уничтожать, тем меньше они нам здоровье повредят. Поэтому все-таки ближний бой. Посылка какая-то. Нашла посылку с именной биркой Хэнк Кафлин. Думаю, нужно вернуть ее законному владельцу. А может заглянуть внутрь? Ссылка. Где туалетная бумага? Бумага. Для туалета. Ты догадливая. Семьдесят пять. Хватит или нет? По-моему, нет. Нам будет просто зацепиться. 15. А если попробовать крутануться за него? Крутанулись, проверяй. Так, ну немножко полегче от того, что все-таки не сразу, не вначале нас бросает. Не сбиваем ему, видите. Мы его лупим, он не обращает на это внимания. То есть они нас бьют, у нас возникает такая микропауза, мы не можем действовать. А он нас постоянно лупит. Надо пробовать с блоком как-то разобраться. С ним. То есть лупануть, перекатиться, блок. Вот так вот. Пистолет. Да не в ящик, балда, пистолет у него подними. Ломать замок. Посылка для оружейного магазина. Что-то мы какую-то канализационную почту, по-моему, трясем. Жалко, у этого кренделя ничего нет. Замков уровень 2. Синтетическое пиво, журнал «Дракон Тату». Самый популярный журнал о татуировках. Ну, конечно, мозгов нет, остается только себя украшать. Посылка для оружейного магазина соблазнительна. Заперто. Китайский квартал. Запомним, что тут есть. А вот это я не могу сюда запрыгнуть? Наверное, нет. Незломанная дверь. Но пока прикольно.
с этой стороны. Хотя с другой стороны, я же сам теперь не смогу сюда ходить. Посмотрим, сколько дадут опыта за это. То есть этот дурачок скажет, мы ее обманули. Ну да, обманули. Зато мы теперь в безопасности. Так, отсюда туда я смогу перепрыгнуть? Тут был нормальный проход. Аптечка не восстанавливается, к сожалению. Тайская лапша. Как мне вниз спуститься? Что, ловушка какая-то, что я не могу вниз спуститься? Это не та лестница, по которой можно карабкаться. И спуститься он по ней не может, она, потому что она ходит по полочке. Я получилось. Я думал, стены обрушатся. До костей проняло. Не пожалела взрывчатки, да? Думаю, в таком случае этот ключ ты заработала. Мы очень благодарны, правда? Да. Реально спасибо, госпожа Лу. Прощай и удачи тебе. Прощай. Футболка. Туалетная бумага. Опять ты? Нужно быть осторожным. Эти жестянки, мои дамочки, все мои. Что у тебя там, а? А почему ты здесь живешь? Почему? Слышишь, она спрашивает, почему? Здесь они меня не видят. Не могут следить, контролировать. И здесь мои жестянки. За меня не беспокойся, запасы идут хватит для меня на годы. Для моих друзей. Вдали от проблем, вдали от борьбы. Много еды, хорошая компания. А утечки внизу сильно токсичные, смогут из них пробраться. Один или два вдоха этой гадости тебя не убьют. Три могут. Но держись подальше от труб. Не мешкай, все с тобой будет нормально. А со мной нет. Нужно действовать быстро и ловко. Но это для меня сложно. И вообще, держись подальше от этого завода. С утечками там все гораздо хуже. Ай, кап, кап, ай, кап. Его законсервировали после инцидента. Несколько лет назад это было. Никто с тех пор не почесался провести там очистку. Держись тоннелей, возможно, тогда не выкашляешь свои легкие. Я знаю, я их видел. Они милые, да. Я пойду. Опыта нам не дали за взрыв моста. Мы вообще ничего не получили из плюсов. Из-за того, что мост взорвали. А возможно, себе перекрыли проход в китайский портал. Хотя там просто написано было закрыто. Нельзя было даже взломать. А это вот ну, в завод вот в этом, да? Давайте попробуем посмотреть, что там. Здоровья у нас крайне мало. А вдруг там что-то интересное. Открыть. Ну, нажимаю открыть. Да, издалека дверь.
Ладно, наверх карабкайся. Понимаешь, что происходит. Блин, теперь нужно вот этот закрыть кран. А нижний запускает вот эту, мы здесь не сможем пройти. Вентиля нету. Ага, сейчас этот вентиль недоступен вообще. Головоломка. Здесь это вообще никак не проходит, этот полагаю. Нет, залезь. То есть один был страшненький, но мимо него можно было пройти. Химическая фабрика. Каждое оружие имеет разные характеристики, такие как урон и отдача. Выбирать ля-ля. 3 рубля. Но у них хоть какие-то добряки. Оружие, аптечки, питание. Мне все пригодилось бы. Это что? Ясно. Возможно, тоже кварталы города верхнего. Нам же нужно пробраться. Ух ты. В обратную сторону не работает. Инструкция. Ага, процесс, перезапуск процедуры, сброс системы, диагностика системы. Инструкция по запуску генератора на химической фабрике. Перед попыткой перезапуска необходим ручной сброс системы. Вот он, сброс системы. Процедура может занять несколько минут. В случае ошибки повторите шаги 2 и 3. Диагностика системы. Однако, то есть мы еще можем починить там что-то. Это не шкафчик. А вот шкафчики. Но они тоже не шкафчики. Как-то сюда еще, видите, вниз горит. Можно перейти. Полезла? Нет. То есть там, видимо, можно включить, чтобы... Ой-ой-ой. Внезапно упали вниз. Заперто. Вот опять заперто. Без варианта вскрыть. Ну все, здесь прохода нет, только вниз. Карабкаться
Прыгайся. Давайте на этом закончим первый взгляд. Что-то неожиданно как-то прикольно. Какая-то душевная игра получается. Затягивающая. Пока ничего не понятно. Головоломка. Игра окончена. А где перегружать тогда? А, вот, наверное, сюда надо быстренько и вверх. Угу. Здоровья надо побольше. Или какой-то противогаз нужен. Лапша 50, это 10. Давайте попробуем, может так хватит. Да вверх ползи. Нет, вверху газ тоже вверх поднимается. Не знаю, попробуем в следующий раз что-нибудь сделать. Непонятно, где пункт находится. У нас инструкция-то есть по перезапуску. Вот, есть разлито, и газ поднимается вверх. То есть мы по-любому здесь надышимся. Хлобысть вообще хорошо. Ну, посмотрели. В принципе, хакерство пока недоступно, не знаю почему. Видимо, позже будет. Взлом замков. Какая-то система есть. Драки пока терпимо. Научимся еще драться. Сюжет какой-то есть. В принципе, все пока прикольно. Еще раз точно посмотрим. Дышать уже не пойдем. Пойдем в китайский квартал. Так, стоп, а это куда? А, это оно и есть. А, вниз. Приноровимся еще двумерной... логики. Да беги. Здесь вот зеленый газ нормальный. Посмотрим, что дальше предложат. Если появится противогаз, сходим на фабрику. Ну или там в костюм какой-нибудь защитный. Так, первая цель достигнута, там Fixer's Hope. Мы дошли до сюда. И аптечка. Все, на этой прекрасной ноте и закончим. Первый взгляд. Игра 16-го года вроде бы как. Вот это... расширенная версия 17 года, то есть, в принципе, она практически новая. Из-за того, что, видимо, платформер, если бы не ваш совет, я бы ее не узнал никогда. В общем, посмотрим. Пока интересно. А пока что все. Спасибо вам за внимание. Всего вам хорошего, удачи и пока.